преображающая сила Евангелия. У нас тогда получается есть весть какая-то, да, и когда мы слышим эту весть, она нас преображает. Вот об этом мы будем говорить. Вы знаете, я вот в том году, меня когда Максим пригласил, у меня такая борьба была, короче, ехать, не ехать. Вот. Я приехал, мне Бог очень сильно послужил, да, на этой конференции. И вообще, когда вот такие мероприятия приходят, то я как вот вижу, что Бог нам служит. И вот нам нужно просто дать возможность Богу, чтобы Он нам послужил. Да, мы давайте не будем все брать статус каких-то служителей. Ну, это как ручка, да. Бог захотел эту ручку взять, написал. Ручка не говорит, что она служит. Но Бог, Он нам хочет послужить на этой конференции. Бог хочет нас, нам, да, как Он служил ученикам, взял, ноги начал мыть, да. И там был один духовный, самый духовный человек, он говорит, мне не надо, я здесь, чтобы тоже послужить. Он говорит, не, если я тебе не мою ноги, не имеешь ничего общего. Я вижу вообще вот конференция, понимаешь, что сюда люди выходят, вот, ну, как больница, да, своего рода, церковь или там конференция, мы приезжаем, мы получаем то, что нам необходимо, то, что нам нужно, либо просто витаминные какие-то капельницы. Вот. И кто сюда выходит, да, вот за кафедру, это не врачи, да? Это самые больные люди, правильно? Просто они, может, чуть-чуть побольше в больнице находятся, да? Знают, где там рентген делают, где там горчичники. Но это не врачи, да? Врач у нас один. И мы знаем, где врач, куда его направить. Аминь. Мы больные люди. Все? Да. А что, не работает? Слышно плохо. Я пока хочу как современный. Да. И все, сбил, всю мысль ушла. Да, да, ну, да, мы как бы, все тут, кто выходит, все самые больные люди, самые слабые, поэтому нам больше всего на свете нужен Иисус, да, вот, и... Да, это вот время хорошее, да, что вот хорошее время. И у нас как бы на ту конференцию не было какого-то тематического там лозунга или что-то. В этот раз он есть, да. И он заключает в себя что-то Евангелие, которое нас преображает. Потому что не всю информацию, которую мы слышим, имеет силу и власть вообще преобразовать нас, да, изменять нас. Но вот у Евангелия есть сила менять. Вот, и вы знаете, очень важно, вот, получается, мы слышим, да, когда мы слышим информацию, мы что, получается, слышим теорию, правильно? И вот правильная теория, когда теория правильно донесена, правильно объяснена, она дает нам правильную практику. И неправильная теория, она всегда нас вводит в заблуждение. И я долгое время работал на стройке, да, и один из любимых моих моментов на стройке был, это когда проходил инструктор по безопасности, ты всегда ему что-нибудь задаешь вопрос, он такой болтун был, и он мог с тобой 20 минут, 30, 40 разговаривать, тебя никто не тревожил, тебя никто не заставлял работать, потому что ты вот как будто занят делом, разговаривал, и я его всегда там раз, и вот он рассказывает, я спокойно отдыхаю, то есть... Без осуждения, да, по закону. И он всегда говорил о важности каски. Он не пропускал никого. Он говорит, каска, ребята, каска очень важна. Вы знаете, у каски есть три цвета. Оранжевый – это значит, ты простой работяга. Если у тебя белый, ты начальник участка, либо ты начальник стройплощадки. Синяя каска – ты инвестор. И каска, помимо того, что ты можешь определять статус, да, кто это за человек, каска – это очень удобно зимой, тепло зимой, да, а летом прохладно. Вот это такой, как типа намордника здесь, это, говорит, очень удобно тоже носить. И класс, будешь носить, будешь всегда модный. И он мог вот такую информацию оставить, да, по поводу касок. И что бы произошло? Я только одел каску зимой, сразу у меня уши замерзли, все неудобно, короче, неправильно. Летом жарко в каске. Вот этот намордник вообще неудобный. А кроме того, все знают, что я работяга простой, в оранжевый хожу. Мне вообще не нравится.
Да? Но один раз я когда шел по стройке и увидел, как перекладина от лесов упала с третьего этажа человеку, который был профессиональный рабочий, он был в оранжевой каске. И эта палка ударила, отлетела в одну сторону, каска в другую, но человек остался жив. И важность Евангелия, твое понимание Евангелия, оно не должно быть ни приукрашено, ни недооценено. Павел говорит, что если кто-то проповедует не то Евангелие, которое я проповедую, тому будет анафема. Мы иногда можем проповедовать Евангелие процветания, да, что ты уверуешь, и у тебя дела в горы полезут. Это ересь. Там Евангелие, ты когда уверуешь, ты все, у тебя такая жизнь пойдет, ты все можешь, Евангелие веры, все, ты идешь вперед, все, это неправда. Да? Евангелие, это о чем нам говорит? Это весть о чем? О спасении, да? Каска, это не чтобы определять, да, кто-то там, пресвитер, прикофтун или еще кто-то, да? Каска не для того, чтобы определять, как тебе комфортно было. Каска – это спасение. Евангелие, да, это вы вспомните, как начинается Евангелие, что, да, покайтесь, да, покайтесь, да, это не то, что жизнь вечна, покайтесь, да, первое слово – это покаяние. И вот правильная теория, мы должны доносить Евангелие правильно, да, не что это там, что-то там супер какое-то процветание, супер какое-то там супер дела, или ты успешный будешь, или всегда радостный, это неправда, потому что, допустим, у меня вот два приятеля мне недавно позвонили, ну, какое-то время назад. Один, я читал «Бытие», да, самый благословенный человек это был Иаков, да, у него было четыре жены, да, у кого-то есть здесь четыре жены? 12 детей, скота без числа, у него он самый благословенный был человек. А когда фараон у него спросил, говорит, ну ты, старик, кто ты, что ты, ну, расскажи себе, он говорит, ой, моя жизнь исполнена печалью, бедами, много претерпел, я не дожил до того уровня, докуда дожил мой отец. Я думаю, ты слепой, что ли? Ты такой благословенный человек. Но вот так вот себя ощущает человек, который имеет хождение с Богом. Да? И вот прочитав вот это про Иакова, мне позвонил два человека. Один был, короче, ранен тем, что у него не всегда получается делать то, что он хочет, там, служить, быть на 100% в отдаче. А другой позвонил, он там только год как уверовал, он все супер. Он говорит, а у тебя как дела? Я говорю, у меня плохо, я болею. Он говорит, призови пресвитеров, они за тебя помолятся, потому что молитва с верой. Я говорю, а ты в библейскую школу ходишь? Он говорит, ну да. Я говорю, ну я там 20 лет преподаю. Говорю. То есть, да, иногда Евангелие мы как воспринимаем, что это что-то такое, что у нас везде будет все успех, положение. Но весть Иисус, который хотел нам оставить, что нам нужно спасаться от чего? От греха, да, от гнева Божьего и от смерти. Да. И вот Евангелие, смысл Евангелия, что да, много раз неудобно. Почему? Потому что тебе нужно как бы сказать, как есть, да, не идти на компромисс, не обманывать там. Много раз тебе нужно пострадать, чтобы над тобой посмеялись, потому что ты не делаешь то, что другие люди говорят. Это неудобство, да? Но это то, о чем мы говорим, да, Евангелие, это всегда весть о спасении. И вы знаете, поскольку Игорь Иванович этот пункт не оставил, да, я недавно посмотрел мультик один, называется «Подарок для самого слабого». Смотрел кто-нибудь? Никто? В «Мире животных» не смотрели? Это что, я один такой старый, что ли? В «Мире животных» часто показывали. Я расскажу. Прям это прям чистое Евангелие, да, в коммунистические времена чистое Евангелие. Там лев, царь зверей, он смотрит программу «В мире животных» и показывает, как зайчика все притесняют, там орел какой-то атакует, волк, этот, кабан, лиса. И вот он сидит под елочкой и плачет. И лев, он, такая слеза у него пошла, он приносит ящик, короче, апельсины закидал, прыгает туда. И все, и показывает вертолет, как Дух Святой подарок отправляет в лес, в российский. И там написано «Подарок для самого слабого». Вот. Это там дятел прилетает, берет вот эти газеты, журналы, это как Иоанн Креститель, да, весть разносит. И Иоанн Креститель, вот этот дятел, он летит, и он ищет самого слабого, но он не говорит, что есть подарок. Он прилетает к волку, говорит, волк, мне нужен самый слабый. Он говорит, это я слабый. Ну, из рогатки в него стреляет. Потом к кабану летит.
Кабан, мне нужен самый слабый, он такой, я самый сильный. И лиса то же самое. И они не принимают весть, они не могут услышать весть, потому что весть не включает в себя подарок, да? Весть включает, что это для самого слабого, я ищу самого слабого. Вот, и лиса его как-то кидает, и он под елку прилетает, и там зайчишка плачет. И он говорит, а ты чего плачешь? Он говорит, там как же мне не плакать, я же самый слабый. Он говорит, вот тебя ищу, потому что у меня для тебя подарок, подарок, подарок. И вот эти все слабенькие, они подарок, подарок, и они прибегают, и все хотят бороться с зайцем. Вот, лиса говорит, давай с тобой бороться. Он говорит, я боюсь. Он там ей так дотронулся до лисы, и лиса упала там, как будто она умирает. Говорит, видишь, ты сильнее меня. И они все начинают бороться за этот подарок. Вот, и волк начинает скрывать вот этот подарок, и там лев, короче, начинает рычать, и все вот эти все сильные, они убегают. И остается один зайчик. Он говорит, а ты почему не убежал? Он говорит, а я не хочу, чтобы кто-то пострадал за меня, потому что это я самый слабый. Бум, падает, мертвый. Он говорит, я к тебе и пришел, чтобы тебя защитить. И он был слабый, но он был настолько сильный, чтобы признать свою слабость. И он, в Евангелии от Луки, Иисус, когда он пришел, он говорит, я пришел, кому он пришел? Сокрушенным сердцем, да, пришел исцелять, наполнять, давать радость, давать жизнь. И знаете, я много раз видел сильных людей, которые могли признавать свою слабость. Сила не заключается в том, что ты показываешь свою силу, свой характер, свои способности, таланты. Сила признается в том, чтобы признать свои слабости. И когда Адам с Евой были отправлены из Эдемского сада, то колено одно от этого Каина, колено, они были очень талантливые. Они способны были играть на гуслях, способны делать были из железа оружие. И чем они больше были талантливы, тем они дальше отходили от Бога. Поэтому сильный человек по-настоящему, он может признать свои слабости, потому что он видит себя реально, да? Он не видит себя таким каким-то супергероем. И в христианстве много, да, вот мы слышим такую притчу, что зерна, плевелы, когда люди слышат не то, что им нужно покаяться, а то, что есть, да, какие-то подарки, то вот в эту, ну, как бы могут проникать, да, в церковь такие люди, которые не из-за того, что они не способны получить подарок, потому что они вот такие, а потому что есть какой-то подарок, вот. И наш Бог, вот реально, да, Он, когда о себе говорит, Иисус Христос, Он говорит, что Дух Господень на мне, Он помазал меня, дать пленным свободу, слепых исцелять, чтобы они видели. И это такой наш Господь, да, Иисус. Давайте одну притчу прочитаем. Это Лука. Девятнадцатая глава Луки. Так. Десятый с десятого стиха. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда же они слушали это, преусокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в далекую страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребите их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин,
мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты был в малом, был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Вот такая притча. И вот этот человек, который ушел в другую страну, чтобы получить царствие, и вернулся, это кто, о ком говорится? Это вопрос. Не все сразу. Иисус? Не, пастырь, он это не считается. Давайте, это как там, сытое брюхо к учению глухо, да? Давайте как пошевелим друг друга, там это проверим, не спит сосед. Все живы, здоровы? Это притча про кого? Вот это притча про кого? Кто-то стесняется сказать про кого-то или трудности есть какие-то? Не знаете? Вот, ну давайте тогда выяснять. Попросим Шерлока Холмса выйти. Вот этот человек, который пошел в другую страну, чтобы принять там царство, вернуться и спросить с людей, которые были там, это кто? Как вы думаете? Давайте, я тоже не знаю, но кто это? Иисус, да? И вот смотрите, кто-то про Иисуса думал, что такие слова: «Я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Представляете, это неправильная теория о нашем Господе, что среди нас, это не надо, это ничего удивительного, среди нас есть люди, которые думают вот таким образом, что Бог жестокий, Он то, что не посеял, Он может забрать, жизнь, которую Он дал, может взять, без вопросов, и думают, что вот такой вот Бог жестокий. Как вы думаете, это правильно? Вы знаете, в чем Евангелие заключается? Весть Евангелия, что... Правильно. Ты помощница, да, пастор? Это правильно, понимаете? Что, допустим, вот про манипуляцию, да, много раз у религии есть такая манипуляция: Бог тебя накажет. А, ты так-то, Бог тебя накажет. И вот это манипуляция. Вы знаете, что сам Бог говорит, что Евангелие нам говорит, что Он наказал кого? Чтобы на тебе не было вот этого наказания. Он наказал Иисуса Христа, своего Сына, да, чтобы на тебе не было наказания. Это Евангелие, это радостная новость. Это вопреки тому, что я должен сделать или то, что я делаю. Это не потому, что я сделал, потому что Иисус добровольно пошел на крест, а Отец возложил на Него вину, твою, мою. И Бог, Он не такой. Он говорит: я тебя твоими же словами буду судить, да, что ты обо мне так думаешь, но это неправда. Но знаете, что вот этого хозяина, который жестокий, который пошел куда-то, мы много раз проповедуем. Но давайте посмотрим, как Христа видит невеста. Да? Невеста – это кто, как вы думаете? Церковь, правильно? Мы все образованные. Давайте откроем «Песнь песней». Очень хороший тут момент есть. Тут рассказывается, что жених Иисус, он пришел к своей невесте и начал стучать ей в дверь. Говорит: отвори, сестра моя, возлюбленная невеста. А она уже говорит: а я уже вымыл ноги свои, одела хитон, как же мне сейчас снова марать, открывать тебе дверь. И тишина. И у нее, говорит, сердце не стало. Она как: а, жених ушел. Вот этот момент встречи с Богом, это то, что нас преображает, то, что нас меняет, она упустила. Она подбегает к двери, начинает трогать дверь и смотрит на ручки двери, масло капало. То есть он пришел с помазанием, он пришел с благословением. И у нее души не стало, она как мертвая стала. И вот она
вышел на улицу уже, чтобы искать жениха. И с 7 стиха, 5 глава, «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Стражники, да, ну, это всегда олицетворение закона, да, Моисеева. И то, что делает закон в твою и в мою жизнь, он тебя бьет, справедливо причем, да? Потому что ты виноват, он тебя бьет. Он тебя раздевает, показывает твою наготу. И вот это то, что произошло с этой невестой. Но потом давайте читаем дальше. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» И вот эти женщины спрашивают у невесты, у церкви, «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» И теперь внимание, да? Женщины, наверное, могут оценить вот эту мужскую красоту. Она начинает говорить. Она говорит о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Она не говорит это, да, какой-то рассказ там эротический. Она говорит красоту Христа. И вот давайте прочитаем с тем пониманием, что она описывает не того господина, который там с плеткой, да, там ждет, пока ты ошибешься, чтобы тебя наказать. Она говорит о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Она говорит, возлюбленный мой, бел и румян, чистота, да, совершенство. Лучше 10 000 других, голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как волн, ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающие в молоке, сидящие в довольстве, щеки его цветник ароматный, гряды благовонные растений, губы его лилии, источающие текущую миру, руки его золото, кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенные сафирами, голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его, подобный Ливану, величественному, как кедры, уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая женщина? Куда обратился возлюбленный твой? И мы поищем его с тобою. И это то, что вызывает желание искать нашего Господа. Когда у тебя есть такое откровение по поводу, кто такой твой Господь, когда у тебя есть личная встреча с Богом, то есть ты видишь его красоту, видишь его совершенство, и это не просто остается равнодушным для слушателей людей. То есть люди заражаются тем же, что эти женщины говорят, где он, пойдем его искать. То есть я знаю такого Бога, который пострадал за мои грехи, я знаю того Бога, понимаешь, то, что да, я много раз там не отвечаю на его позыв, на его стуки там, много чего делаю, но я не отношусь к нему как к тому, который с плеткой стоит и меня всегда хочет наказать. Это тоже как бы очень важно понимать, кто такой Бог. Потому что Евангелие называется Евангелие благодати. Да? Евангелие – это что-то прекрасное, это не что-то такое, что нас должно пугать. Вот. И когда у нас происходит встреча с Богом, да, то мы как, преображаемся. Да? И вот Игорь читал этот стих, давайте тоже прочитаем. Там мы несколько моментов можем подчеркнуть. Это Коринфянам, 2 глава. Второе послание к Коринфянам, 3 глава. Игорь Иванович, какой стих? 18. «А мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа». То есть получается, то, на что мы смотрим, да, то, куда мы обращаем свое внимание, мы в этот же образ и преображаемся. И вы знаете, я был на одном мероприятии, короче, там, можно сказать, было три школы, да. Одну школу возглавлял такой харизматичный учитель. Нету вообще ни слова к учителям, они молодцы, от всего сердца, там, и любящие Бога. Но они разные люди, да.
Один он все, там вышел, карате начал показывать, там так, 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 быстро все, так, 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 все, на одном дыхании его слушаешь, короче. Второй вышел, учитель, он очень спокойный, он все делает плавно, он объясняет, он рассказывает, он прочитал стих. А другой очень сентиментальный, он так рассказывал, у него такой большой опыт, он рассказывал, короче, и там как ползал, там чуть слезка, там так хорошо рассказывал. Ну и потом вышли ученики, и как вы думаете, на кого были похожи ученики этих людей? Можно было не представлять, да, ты уже узнавал, это там оттуда-то, это оттуда, это оттуда. И это большая проблема, когда мы, допустим, видим в образе человека, что именно вот это и есть христианство, да? То есть это большая ошибка, что мы не преобразовались в того, на кого мы смотрим. То есть Моисей, вот в этой главе, да, вот сейчас, которую мы прочитали, там что было? Там Моисей был на горе, и он при общении с Богом, его лицо стало сиять. Но он, когда выходил говорить, он снимал это, да? Все, Слово Божие сказал и закрывал обратно. Иногда мы должны только отражать Божью славу только там, где мы ее должны отражать, да? То есть мы не должны стараться, чтобы люди во всем брали образец и подобие нашего, да? Потому что Павел говорит, что подражайте мне, как я Христу подражаю, да? То есть не всем аспектам жизни, не манеру говорить брать, а брать от человека то, что ты видишь, что это от Христа. И тут вот очень интересный момент был, что вы помните, когда народ Божий пришел вот это к горе, Моисей пошел к Богу, да, и он видел Бога лицом к лицу, и его лицо преобразилось. Его не было очень долго, 40 дней. И вы знаете, что с народом начало происходить? Они говорят, мы не знаем, что с Моисеем случилось, давай сделаем себе Бога, и он нас поведет. И смотрите, это мы недалеко от народа Божьего ушли, недалеко от этих израильтян. Что они сделали? Они не дали мусор какой-то, да, для Бога, они дали самое ценное. Они взяли серьги золотые, кинули в котел, там украшения, камни. Они сделали огонь и растопили это. А сам Аарон взял резец и сделал. И они сделали, это был шедевр, да, это был супер. Это не было из какашек сделано, это было из золота чистого. И люди, видя это, да, они тоже преобразились. Но в кого? У них началось, да, там, вакханалия, оргии, пьянство, они там начали праздник делать. Они сделали Бога себе. Понимаешь, то, что иногда мы, когда можем себе сделать Бога, даже назвать его Иисус, понимаешь? Это, об этом говорились, то, что когда мы, допустим, Божью волю приписываем, ну, свою волю Божью приписываем, мы берем ценный какой-то, я хочу помогать, я хочу делать, но ты не берешь Божьи предметы, ты не ожидаешь Божьего времени, ты берешь свою ценность для того, чтобы сделать. И то, на что ты будешь обращать внимание, ты будешь преображаться именно в этот образ, который и есть. И вы знаете, что вот Моисей, у него с временем начало лицо блекнуть, да? И вы когда-нибудь видели таких христиан, от которых вы заразились, потому что они были, ну, особенные какие-то люди, и сейчас вы, может быть, даже их не узнаете. Есть такие? Есть, да? А это мы все подвержены этому или не все? Вы знаете, это покрывало, слава, она проходящая, да? И я уверен, что, допустим, когда... Я помню, мне один раз сказали, да, что у меня лицо другое стало. Это мама моя даже была. Да. Вот. Но у всех, у тебя, у меня, у всех лицо может закрываться, да? Слава может тускнеть. От чего это зависит? От чего это зависит? Ты хочешь побледнеть? Ты хочешь... Почему? Он говорит, человек безобразный, он безобразный, безобразный. Грех. Он то, что делает в наших жизнях, он убирает образ человеческий, образ Божий в нашей жизни. Грех разделяет нас с Богом, он обезображивает нас. И не только грех, но, допустим, вот я
недавно вот переписывался, мне когда там человек один спрашивал, ну ты поедешь на конференцию? Я говорю, ну да, собираюсь. А как дела? Я говорю, я постоянно в борьбе живу, вот это быт, жит, мыт, это просто у меня все съедает, все. Я говорю, и на радость забирает все. Это тоже тускнеет, да? Это забирает у нас. Вот. И когда у меня товарищ один спросил, он говорит, ну, говорит, а о чем будешь говорить? Я говорю, ну, то, что с Евангелие мы услышали, приняли, поверили, это Евангелие является истинным, если оно преображает твою жизнь. Ну, к сожалению, через какое-то время, да, мы теряем вот эту сочность, да, сочник теряем. Он говорит, ну и что делать-то, выход какой? Я говорю, не знаю. У Ивановича спрашиваю, Иванович, какой выход? Он говорит, это очень сложный вопрос. Он мне не сказал, да, он не сказал. Это Игорь Иванович не сказал мне. Будем это, оставим вопрос пастыря, да. Ну, и на самом деле у меня есть очень хороший пример, что то, что давайте выясним, что нас отделяет. Даже я прочитал, что завеса может являться твои личные планы, не связанные с планом Божьим. Но это то, о чем говорили, да, уже три раза сказали. Это грех, да. Это может быть какая-то пристрасть, которую ты просто не можешь победить, да, и она тебя постоянно делает грязным, нечистым, да. Это может быть осуждение или обвинение, да, что ты живешь с неправильным представлением, что за то, что ты сделал, тебя Бог там накажет. И тебе это как бы гасит, тушит. Вот. Но это все можно менять. Это можно покрывало скинуть. Нам Павел дает надежду, что говорит, вы не так, как Моисей. У Моисея все, один раз сходил, засветился, короче, и все, и тух. У нас эта встреча может быть сколько раз в жизни? Не спешите, я вам дам подсказку. Правильно? Нет. 5 раз может быть. Правильно? Нет. Столько? Нет. А сколько? Мы можем иметь каждый день общение с Богом. Каждый день. Каждый день можем преобразоваться. Да? И когда Игорь говорил, мне понравилось очень, что я написал, он мне все сказал, что незаконченный, да, был Адам, незаконченный. Это хорошая мысль, что в общении с Богом он бы как бы пришел в тот образ, который был изначально. И вы знаете, один был праведник, Бог сам на него показывал, дьявол говорит, а ты видел вот этого Иова? Он какой человек? Он всегда горит, у него всегда лицо счастливое, он праведный, он такой молодец. Он говорит, ну да, это пока я его не трону, он будет так. Давай, дай я его потрогаю, и ты посмотришь, какое у него будет лицо. И Бог разрешил, да, поработать с Иовом. И Иов мало-помалу еще начал тухнуть. И в один момент он говорит, я ищу Бога, говорит, я иду вперед, я его там не вижу, короче. Я смотрю вправо, его там нету. Смотрю влево, нету. Назад смотрю, нету. Говорит, не знаю, где искать, не знаю, где мне с ним встретиться, чтобы мое лицо опять загорелось. И поехал на стройку. Прочитал этот стих, поехал на стройку. И мы искали воду. И там пришли профессионалы, дедушки, два дедушки, они всю жизнь искали воду. Они взяли два вот этих, как это называется, такие штуки. Да, они все идут. Говорят, здесь, ребят, копайте. А сколько копать? Ну, 1-1.5 метра, говорят, найдете трубу, она большая, огромная. Прокопали, нет. Он говорит, ну давайте, говорит, ну, прибор показывает здесь прибор показывает, говорит, ну давайте еще 1 метр в глубину. Мы, короче, выкопали фундамент под дом, короче, вправо, влево, нету трубы. Они говорят, мы, говорит, 40 лет на стройке только этим занимаемся. Говорит, здесь труба. Я говорю, ну точно здесь, и смотрю, а там высоковольтные провода идут. Знаешь? И то есть вот эти две штуки, они реагировали не на воду, а на провода. Я думаю, Иов, тебе надо было посмотреть на небо, да? Не смотреть вправо, влево, туда-сюда. Куда мы должны смотреть на небо? Ой, куда мы должны смотреть, когда мы потухли? На небо, не смотри по сторонам, потому что по сторонам могут быть люди, которые над тобой смеются, проблемы, которые возвышаются, враги, не знаю кто. На небо надо смотреть. И смотри, всем нам нужно покаяние, всем. Сегодня, сейчас, прямо сейчас.
И всем нам надо посмотреть на небо, сейчас, прямо сегодня, да, чтобы Бог нам послужил, чтобы вот эти ноги, которые испачкались, у тебя, у меня, у всех, были сейчас омыты, да. Нам не надо выходить там вместе сюда, там, мы попросим прославления, чтобы они нам сыграли песни, да, прославляли Бога. Мы встанем, вот где мы есть, будем молиться друг за друга вместе. Если у кого-то какие-то есть, может быть, определенные вещи, можно подходить там к Максиму, к старшим. Давайте просто посмотрим на небо. Нам больше не надо. Мы засветимся сегодня, прямо сейчас. Мы увидим Христа, такой Он есть, Его красоту, не Его вот этот ужасную плетку, да, которую нет, не существует. Мы помним, что Он справедливый, да. Мы знаем, что Он Господин, да, это не просто, но Он любящий. Он есть любовь. Не у Него есть много любви, Он сам есть любовь. Надо смотреть на небо и зажигаться. И будем гореть не до новой конференции, а каждый день надо смотреть на небо. Спасибо.